А перед началом ролика я хотел бы вам порекомендовать игровой проект Теодар. Новая крутая моба. Многопольская онлайновая арена для сражений с элементами Aspen, RTS, RPG. Счастье для стратегов. Раздолье для ролевиков. Отличная площадка для сторонников боя лицом к лицу с врагом. Здесь вы найдете все, что хотели бы увидеть в играх данного жанра. И даже больше. На официальном сайте вы сможете детально познакомиться с игрой, оформить платную или бесплатную подписку, выйти на связь с разработчиком и многое другое. Вступив в группу ВК, вы можете знать все последние новости проекта. Всегда будете в курсе всех обновлений, конкурсов и разных плюшек. Качай приложение, играй Теодар, погрузись в огромный мир лучшей моба игры. Приветствую тебя, Хантосик. Когда-то давно мы делали обзор на леса. Была вроде вообще даже не дополнена какая-то версия, просто был назывался вроде Ахиллес, и все. А прошло какое-то определенное время, скинули опять ключик, мы его недавно разыгрывали, да? Но добавили кооператив. Что самое интересное, по настройкам оптимизировали, потому что в прошлый раз было вообще жестко. Но отсутствие русского языка. Поэтому будем так, выберем вот такую сложность. Будем как-то разбираться сами. Посмотрим, что в ней поменялось, как в ней поменялось, почему в ней поменялось. Darkpoint. Давайте пропустим, не будем это слушать, потому что я вам все равно не смогу перевести это все дословно. Так, убить это. Во-во-во, какая резкость. Походу будем сейчас настройки еще регулировать. Троянцы, погнали, ёпта. Прекрасно. Но сама по себе обстановочка ничего такая. Ну, ее перерисовали, она стала более-менее такая, знаете, живая, что ли, как-то. Так, ну-ка, давайте посмотрим по графике, пробежимся. Стоят на средние. Антисглажка и тому подобное. Давайте уменьшим на низ, в любом случае, как я и говорил, пока у меня видеокарта. Это более очень слабая. Поэтому будем играть, будем бегать, так. Так, F-ка. F-ка, так, понятно. Так, пробил ускор. Что дохерища обновлений на самом деле было. Нет, есть все-таки какие-никакие задержечки. Хотя нет, при ударе наоборот, кстати. А в прошлый раз было наоборот. И бег нормальный, ходьба была нормальная, но удары были вообще прям, ну, подлагило сразу. А сейчас наоборот. Так, тихо-тихо, угомонись, алё. Никто не сможет победить Ахиллеса. Отлично. Вроде как по сохранению какой-то пришел. Вот, уже какие-то баги с движением. Почему он фиксирует? Фокус бросает сюда. О, я не знаю, здесь, ну, в кооперативе вроде как, там возможности побольше, пообширнее, на самом деле, вроде как, по крайней мере, если верить ихним. Это кого тебя пробить невозможно, или что? О, попал, отлично добил. Но в целом хп успевает восстанавливаться, кстати. Да, лом. Куда мы идем вообще, только я не мог понимать, к морю опять корабли. Вроде нам сюда вообще и не нужно. Насколько я помню, мы еще бились в начале с Гектором, если воспоминать. Но мне, видите, видюха просто само по себе не успевает прогружать даже текстуру. Ну, тут как бы уже многие говорили, тогда смысл делать, да, обзор на то, что нет. Но мне нужно просто это сделать, чтобы и разрабы сами понимали, что можно, допустим, добавить ту же оптимизацию, либо еще что-то. Уменьшить нагрузку. Давай. Ай-яй. Нормально, руки трогают. Кстати, я что-то не помню. Почему он так вот начинает делать? Видите, он как направляется в ту сторону и все. Как бы неправильно. И бежит он в эту сторону. Бежит. Так, додж. Почему он так бегает? Что за баг?
А вот сейчас он нормальный. Это вот уже какие-то мельчайшие баги. То есть оптимизации очень много нужно. Реген здоровья, кстати. Но он же, по сути, типа бессмертный. Типа. Отлично. Вот видите, опять эта хрень. То есть он бегать не может. Все меня бесит. Так, здесь что у нас происходит? Есть что здесь? Ага, там битва идет во всем. То есть он почему? Он упирает. Почему камера? Вот. Пока не ударишь, он не сбивается. Немножко бесит. И карта в прошлый раз вроде была даже поменьше. Что ее расширили. Реально расширили. Кстати, без стрима играется... То есть я на средних вообще выставлял, это я без стрима играл. Ну, без записи и там под... Записи, видите, нагрузка херачит только так. Так, все прекрасно. Ты кто такой? А, Гектор. Hector! Так, давайте пропустим это все демагогию и начнем уже биться. Ну. Ага, так я тебе. Ты охренел или что? Блин, энергия вообще быстро улетает. Вообще-то очень больно. Давай, бей. Вдвоем бегаем, не можем друг к другу попасть. Попробуем его зафиксировать. Может, попроще тогда будет. Давай, это уже Гектор. Кусок говна. Ай, больно. Блин, нормально кританул. Смотрите, 119 урона. Если бы не... Ой, я его забаговал. Килл. Есть? Я не хочу, если его убивать, не? Ну, в любом случае, ладно. Я понял. И, конечно, он его убил, если верить там фильму, да, и так далее, историю. Но... Так, а что, здесь выход или что? Куда дальше-то? Все, мы его убили, как бы. Дальше-то делать? Куда бежать? Гектора нет, все. Отдыхайте, Вася. Блин, что за дебилизм, ну? Кстати, в прошлый раз, насколько я помню, была русская игра. Ну, по-русски вроде было. Насколько я понимаю, когда записывались бета-тестирования, по БТ там или за БТ, что там было, не знаю. Не помню, что там объявляли, но самый первый раз, когда нам дали. Так, здесь пролезть. Давай, ползи, ползи. Когда огонь горит, особенно вообще сразу проблема прям начинается жесточайшая у него. Вот видите, особенно еще и трава, особенно когда... Вообще-то я про это знаю уже. Раньше не было такого. Ну, это я имею в виду, это так на стриме, видимо. Охренел. Так, минус лучник. А мы в прошлый раз героя выбирали режим. Отлично, хорошо рубанул. Блин, ну извините, ребят, но я не знал, что так все будет жестоко. Потому что с записью я играл, ну без записи я играл, нормально было вообще. Тут прям вообще просадки жестокие. Охренеть, меня пнули. Ну, да достань ты уже.
Не слушай. Блин, ну очень быстро заканчивается вынос. Давай, 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 технично, технично. Ну что ты как стучка крашеная, это танцуешь перед ним. Он неграмотно наступает, блин. Ну-ка, вот это можно разрушить? Здесь нельзя. А сюда, кстати, тоже нельзя проходить, я понял. Вот видите опять этот баг с фиксацией. Блин, вообще жесткие просадки, блин, вообще, боже мой. Прям аж стыдно перед вами, я не знаю. Давай, зажимай, зажимай, зажимай. Кстати, давайте попробуем все-таки, я не знаю. Давайте мы еще с графикой поработаем. Ну, допустим, здесь... Вот, блюр. Надо бы убрать. Виртукалка, может быть, кстати, тоже мне может как-то повлиять. Не знаю. Сейчас посмотрим. А, ну вот сейчас пошел быстрее стал, вроде. Ну-ка, дай-ка. Ну, чуть-чуть прибавилось примерно, но хотя нет. Ну, почти. Ну, совсем чуть-чуть. А у меня просто, видите, она не текстура прогружается, а как сказать. Как бы ты уже прибежал и только сейчас прогрузилась. И когда вот на свет вообще выходишь, вообще беда. Отлично. Давай, хорошо, прям пиздёк не ему. Отлично. Автосохранение идут, это, конечно, хорошо, но... Не на случай. Так, в целом, в принципе, здесь точно такая же обстановка вся идет. Прям то, что было, видите, вот не успевает прогружать, а мне просто тупо не хватает. Отключу сейчас тот же запись, я не знаю, я могу потом даже с телефона показать. Совсем по-другому. Вам Ахиллеса не победить, скотина. Крысы. Бородавка. Давай. Все, отлично. Кого здесь еще убивать? Пара афархана. Так, ой-ой. Ой, далее даже цветы не успеют прогружаться. Ты кто такой? Hector is dead. I hope Hector at the very мёрт? Least you don't fight like a child. Ты кто такой? А, Парис. Друг, это брат. Ты чё, Парис? Дристис. Я ж тоже сейчас зажму как штучку паршивую. 18 хп, кстати, нормально. Давай, давай. Да ёпай мать. Ты посмотри, что творит. Восстанавливай, восстанавливай, восстанавливай хп. А чешуеть, он меня убьет сейчас. Ёпай мать. Всё, нету у меня этой. Да. Что произошло? Что за черный экран?
blasted you! А, ну да, это так и должно быть, скорее всего. Я просто не помню уже. Типа... Порта Аида, да? Я мертв. Скелетонов мочить, обмунирование, прокачка. Все открывается. Она очень годная игра, очень классная. Особенно для всех любителей Titan Quest, допустим, то... Already? Can't I look for a tavern first? Так, что? Пропустить. I've been waiting for my nephew, Hephaestus. Блин, раньше по-русски было вроде, я помню, зачитывал по-русски. Не знаю, почему они так передумали, видимо, тут же из-за санкций, либо еще что-то обиделись. Наверное. Yes, fine. I'm on my way. Achilles. I am the king of the underworld. Fools worship my brothers and sisters, seeking short-lived riches and elusive beauty. Мои брат и сестра, чего-то там любили. Go and serve me well, Achilles. You won't regret it. Очень классная у них атмосфера. Не, ну, они очень хорошо работали с игрой, прям и все. Прям очень хорошо. Так, скелетончики, да, здесь души. Это тот же самый Dark Souls, чтобы понимать. Так, давай-ка здесь поставим. Видите, оп, получается зелье. Молитва. Skill 3. Да, все, я вспоминаю. Потихоньку. Веточки вот эти. Тут по цене очень дохренище, у нас нету них, ни кера нету. Эскейт. Rest Leaf. Мы ничего не можем сделать, у нас ничего нет. Странный у меня щит. Так, 5 зелий. Скелеты очень странно как-то тоже возрождает. Так, 75, я плюс одно здоровье. Но в этом в мире побыстрее работает. Если уж на то пошло. Всякую нахожу штучки-дрючки. Очень мало, кстати, дает очечь. Надо бы ее ломануть. Шить. Но все равно есть, ну некомфортно, ну по крайней мере записывать, стримить некомфортно совсем. В плане просто поиграть можно, потому что сразу вся эта хрень себя проходит и прям нормально становится. Кстати, ну по-другому мир стал, здесь просто были врата, а здесь смотрите, открытое место, так, ну, типа Сакры, знаете, ну правда Титан Квест, Сакры, тот что такое, прямо смотрите. Зелень, да. Я не помню, что там зелень была, просто ты сразу начинал с вратами. Но все-таки да, там была очень ограниченная версия просто. Что-то находим постоянно. Подожди, ну давай смотрим. Ага. Щит беспонтовый. Блин, реально прям какой-то. Ну, ас как ассасин больше подходит. Сюда не сделайте. Найдется сохранение. Станет. Вот этот бронированный, неплохо. И лута с них падает побольше. Но я не говорю, что с них падает какие-то там у нас тут. О! Смотри, что. Подожди, смотри, что. А, минус 5, урон плюс 35, и щит тот же. Задание есть, а что по скиллам у нас 460 есть. 540. Но мы пока ничего не можем. Ну-ка давай с топором помахаем. Вот, уже вообще другая тема. Но с них лутов стало падать побольше прям.
прям поинтереснее, а то в прошлый раз вообще играл как мартышка. Три, два удара скрезду. Но боевка была такая же, прям чуть-чуть, а я вот единственное, что вот это не заметил. Единственное, и еще я, знаете, что хочу сделать? Подожди. Во-первых, вот эти зелья. Вот. Не знаю, хоть как хвосты, но это мы потом. Угу, 550. Так, души за тобой идут, это уже хорошо. Теперь мы можем смело взять что-нибудь из скиллов, допустим. А, мы же их можем использовать только после. В зале, ну, круг медитации, вот. Сундуки. Сундуков, кстати, не знаю, какой здесь сейчас, вот, но в прошлый раз вообще ни хрена не было там. Тут куку всякой шняги падает. И причем с каждого практически через раз. Ну-ка, удиви меня. God of War. Чит, да? Так, здесь тоже что-то лежит. Подожди. А это я смогу сломать? А что ты делаешь, придурок? А, только с той стороны, да? Допустим. Какие-то цветочки, что-то все собирается, непонятно. Много всего все-таки пооткрывалось, не спорю. Вот, уже щиток есть, это уже хорошо. Так, story items. Боже мой, инвентарь вообще практически весь забит. Так, давай проверяем. Проверяем, как работает прокачка. Может, здесь тоже все поменялось. Skill tree. Так, зажимаем. Отлично. 200 у нас еще остается. А за 200 мы ничего не купим, кстати. Вообще ничего. Тем более, здесь все постепенно открывается. Ну, зато местность прям вообще другая. Вот. Потому что в прошлый раз было все как Аид, что-то такое, да, вот сторона Кабадаты. В мертвом пути. Тут, смотрите, во-первых, сколько бута. У нас уже полный сундук, их, скорее всего, еще продавать нужно будет кому-то. А тут люди пошли. Боже мой, здесь вообще подлагивает. Да. Жаль, что еще, понимаете, еще на английском. Вот это прям вообще огромно жаль. Хотя и переводчики, скорее всего, уже есть. Ух ты, там какой-то тип, смотри. Ой-ой-ой. Так, подожди. Итем с... Блин, меня убили. Не успел подхитить. Ну, в целом, поменялось вообще все. Даже включая язык. Даже включая гребаный язык. Ну, блин. Ну, конечно, ее сейчас вообще нигде не найти. Я не знаю, как ее покупать. Где к вам поиграть? У меня есть, конечно, еще один ключ. Мы, я думаю, тоже разыграем. Ну, бляха-муха. Сколько она стоит, во-первых, 20? 25 евро или сколько? Будем постепенно что-то разыгрывать, что-то нас будет спонсировать. А, у нас чешется ужасно. Флейты какие-то, что нахожу? Здесь какой-то скелет непонятный. Отлично. Все, я столько зелий нахожу, что просто я не знаю, вам не объяснить словами.
Так, минус этот дебил. С каждого практически скелета падает зелье жизни. Я тебе почти вообще с каждого так чуть здоровье, 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 здоровье. Кстати, ни один еще навык тоже не использовал. У нас их нету. Потому что их не изучили, походу. Что-то еще исчезает куда-то. Магически. Отлично, уже кто-то. Но их мало дают на самом деле, с чего, конечно, больше дают. Так, вот я еще вот сюда красивое место. И мне нравится, что он массой бьет. Это очень круто. Прям вообще прекрасно. Так, что это за место? Атмосфера прям реально объединенный сакрет, объединенный с титан поезд, прям. Прям копия. Ну, я имею в виду только прокачка другая. Блин, если бы она у меня не лагала на записи, хотя бы просто на записи, я бы ее проходил, если честно. Смотри, они мне запрет. Так, ну ладно, здесь ничего нет. Просто обычное потребление. Допустим. Да блин, какие они скоростные скелетоны. А-а-а, не надо лагать, по-братски. Мы пришли в итоге в этот, к этому же месту. Просто, кстати, какие-то замесы жестокие. Или это другое место, подожди. Ну-ка, подожди, идем. А, нет, это нормальное место. То есть, ну понятно, мы пришли, в итоге просто обошли, ну чисто для прокачки, нам в любом случае души нужны, поэтому. Поэтому так. Ну допустим, 631, здесь 631, у меня 500. 631. Фига все, 631. Да ну ёпта, мы залетели по-зверски. Так, а я изучил что? А, я изучил. Здесь только навыки по с этой стороны. Курс гепарда. Так, рест. А, он сбрасывает, да? Нет. А-а-а. Вот она как. Прекрасно. Ну. Не знаю. Ну, смысла нет у меня дальше здесь. Показывать свою просадку FPS. Но в любом случае, то есть, если бы она было на русском, я бы ее проходил на самом деле. Ну, просто хотя бы под запись, чтобы показывать. А так чисто в соло играть, как для кайфа, ну, не особо так больно. Ну и хотя, если был бы русский язык, тогда я бы еще рассмотрел этот вариант. А так, если только я на будущее оставить. То, что, возможно, переводчики все равно есть. И когда видюху уже поменяю, уже можно будет ее оставить на это. Ну, в любом случае, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо. Всем пока.